Всем привет! Сегодня на канале новая распаковка. Купил я тут недавно два комплекта для разных зубных щеток. Одна для Xiaomi Mi Electric Toothbrush, а вторая для Sucos X. Это X3, по-моему. В общем, одна для этой щетки, вторая для этой щетки. Но ни для кого не секрет, что эти две щетки делаются на одном заводе. Ну, может быть, для кого-то и секрет, но теперь вы знаете. В принципе, они по своему функционалу одинаковые практически. Разница, что это немножко частота вибраций больше на пару тысяч, это меньше. Так, в принципе, они практически одинаковые. Тут чуть-чуть больше функций, чуть-чуть меньше, но одно и то же. Соответственно, это для Mi, это для Sucos. И причем сами наконечники, на вот эти места креплений, у них одинаковые. То есть ты можешь взять спокойно от Sucos, пользоваться на Mi и наоборот. Так, здесь у нас в комплекте 3 насадки. Все они упакованы безвоздушно герметичным способом. Коробка обычная. Ну, в принципе, ничего особенного. Давайте одну проверим сразу. Ну, в принципе, все идеально. Щетина достаточно упругая, не слишком мягкая, но и не слишком твердая. Это у нас сюда. Давайте откроем сразу вторую. Кстати, забыл сказать, попалась на местном латвийском рынке в Риге в интернет-магазине. Это стоило 11 евро, это стоило 10 евро. То есть здесь 3 за 11, а здесь 2 за 10. Но как есть, так есть. Да, и, конечно, было бы дешевле, но ждать 2 месяца, ну, очень не хочется. Разница в цене там буквально, если это где-то в районе 7, у нас она за 10, то это, в принципе, тоже минус 3 евро. То же самое практически. Так, это у нас уже... вроде как тоже на оригинальном, потому что качество пластика абсолютно идентичное. Значит, по идее, должно быть оригинальное. Да, один в один. Ну, скажем так, по ощущениям одинаковые. Так что все хорошо. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!